Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня мотор Депот, и вы помните, что в прошлой серии неплохо так мы с вами подзаработали на тракторе. Но я думаю, пришло время поменять трактор на что-то другое. Тем более, что вроде как денежки потихонечку зарабатываются, и это хорошо. Сейчас давайте выберем какую-то другую технику. Можете написать в комментариях, какую технику вы хотели бы увидеть в следующей серии. Друзья, а у меня для вас есть подарок. Мы сделали огромную распродажу и скидки до 90% на самые крутые игровые новинки. Вы давно хотели поиграть в одну из этих игр, но вам было жалко денег. Теперь настал ваш черед. Залетайте по ссылке в описании и затаривайтесь самыми крутыми играми по максимально сниженным ценам. Но предложение ограничено, поэтому поторопитесь. Ссылочка на магазин в описании. Конечно, мы можем с вами потаксовать, и мы с вами уже это делали, и это прикольно. На УАЗах мы можем разводить груз, и это круто. Но! А чтобы нам с вами не поработать чем-нибудь, как-нибудь по-другому? Что-то посерьезнее. Может быть, МАЗ купим, а? Мне всегда нравилось, как оно выглядит. Такой вот видок у него прям, ну, неплохой. Мощность, ничего себе, 330 лошадиных сил. Ничего себе, тут пишут максималку. Работа, смотрите, от 13 тысяч. Ну, не то чтобы уж прям сильно много. Так, а тут что? Если мы здесь выберем. От 8 тысяч. Ну, такое себе тоже. Скорость зато выше. Так, здесь что? Тоже от 8 тысяч. Ну, походу, масс это не так уж и плохо. Так, а если Урал мы возьмем? Работа аварийная. Аварийная какая-то. Не знаю, что это значит. Но проверять не хочется. Ладно, давайте МАЗ берем и погнали. Ребят, кстати, залетайте в телегу, ссылочка в описании. Там очень много интересного, информации и по ютубчику, и вообще и по заработку и так далее. Просто из жизни какие-то моменты интересные. Поэтому залетайте. Там реально интересно. Ссылочка в описании. Так, отремонтировать? Нет. У меня он новый. Какой отремонтировать? Красить мы... Нет, красить мы не будем. Что еще у нас? Да отменить, блин. Какой сохранить? Брызговики, дополнительный свет, колеса. Что за колеса? Не, колес нам так и не надо. Противотуманочки у нас, видимо, есть. Дополнительный свет не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот это четко. Вот это за косарик можно взять. Так, ну и, конечно, оплетку на руль. Оплеточку. О, вот это кайф. Все. Все, ребят, погнали. Погнали работать. Вон у нас уже... Уже виднеется точка, куда нам надо ехать. Видимо, на загрузку. Поехали. Поехали отсюда, выезжаем. Сейчас осмотрим детальнее МАЗ. Как он вообще? Как он? Оп! Так. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это МАЗ. Серьезная техника, ребята. Так, ладно, погнали, выйдем отсюда, там дорога есть. Сейчас мы на дороге посмотрим. Мне кажется, что на дороге он еще и как-то получше будет выглядеть. Так. Давай аккуратненько. Слушайте, ну... Ну круто выглядит, что сказать. Вот эти тормоза его еще прямо такие пшикающие, прикольно. Ладно. Поехали. Поехали, поехали. Сейчас загрузимся. Здесь карьер какой-то. Сейчас мы загрузимся на нем и куда-то поедем вдаль. Посмотрим, как он вообще. И учитывая, что только один маршрут, то есть нам не дали выбора. Хотя, может быть, после загрузки будет выбор. Посмотрим. Хотелось бы, конечно, сразу цены увидеть. А то получается, что... Так. Москогазы... Емшова. Давайте в Емшова. Давай, насыпай мне. Насыпай, братан.
Ну, насыпал или еще? Наверное, еще насыпет. Оп. Так, что там, все? Или еще? Походу, еще насыпет. А ну. Давай бы быстрее, а то мне еще ехать там до обеда туда. Все. Польша мне не надо. Спасибо. Блин, ну как же он круто выглядит, слушайте. Этот МАЗ радует мой глаз. Че скажете вообще, кайфовый, нет? Вот с какого-нибудь такого ракурса, да? Вот что-то есть у него в этом МАЗе. Не знаю, конечно, как вам, но мне прям вот что-то он прям нравится. Надеюсь, вам так же. Все, ребята, летим. Летим, попробуем без карты. Потому что все равно тут нифига непонятно, что куда. Вот что это такое? Вот где мы? Что? Что тут? Куда летит? Непонятно. Ну и ладно. Так будем ехать. Сейчас особо-то не срежешь никуда. Поля вроде как перекрыты, поэтому поедем по дорогам. Сейчас здесь повернем направо. И туда будем дубасить. Самое главное, чтобы циферка уменьшалась и все. Остальное вообще не важно. Ох ты ж... Тихо. Спокойненько. Воу, видали? Там как близко поезд был. Вообще, супер близко был поезд. Могли бы столкнуться, кстати, жестко причем. Я никогда тут особо за поездами не слежу. И это могла бы стать прям фатальная ошибка. Так. Не знаю, сколько мне заплатят за эту доставку. Но написано от 16. Может быть, в моем случае побольше мне заплатят, а? Ой-ой-ой, сейчас будет жесткое ДТП. Жесткое просто. Ну, я разогнался, не хотелось тормозить, знаете, а то вот этих вот потом не обгонишь. Чисто по деревне навал происходит. На 80 км в час. Просто жесткий навал. Так. Куда-то вот там дорога уходит направо. Не знаю, будет ли поворот там, нет? Так, встречки вроде как нету, поэтому попытаюсь. Давай. Где-то надо поворот направо нам искать. Не знаю, по полям, наверное, все-таки я не поеду, не буду рисковать. Много раз ехал и упирался в невидимую стену, поэтому больше не хочу. Че, давай. Оп. Немножечко подрезал. А, это не встречка. Я думал, встречка едет, а это не, попутка. Вот там впереди. Давай. Пошел. Сейчас. Максималочка, конечно, слабая. Но ничего. Зато масса. Масса решает. Ну и, наверное, крутящего момента здесь много. У него 300 сколько-то сил. 330, там 350, не помню. И крутящего, наверное, гора целая. Так, останавливаемся. И ускоряемся жестко. Чуть было не настиг его, да? Но я притормозил уж, ладно, не буду всех подряд таранить, это ж неправильно. Там случайка просто произошла такая, ну, я не хотел никого впечатать, я думал, МАЗ не такой широкий, я думал, я смогу протиснуться между рядами, но... Не повезло, не фартануло, пацан к успеху шел. Шоколад ни в чем не виноват. Оп. Чисто шашки на МАЗе. Как на МАЗде, только на МАЗе. Смотрите, нам осталось вообще чуть-чуть доехать. Сейчас получим свои 16 тысяч. Вот это я понимаю, работенка. Кайфовая прямо. Так, сейчас можем
Ой-ой-ой, вот это на тоненького прошел. Вот это прям вообще на тоненького. Так, неплохо. Все, мы почти приехали, кстати. Так, лучше приторможу. Что-то мне кажется, здесь дорога поуже. Не впишусь, боюсь. Тем более, почти уже приехали. Не хочется тут упороться прям совсем. Так, а вот это моя база, что ли? Это моя база, кажись. Так, поехали на выгрузку. Сейчас мы как-то задом туда сдадим. У нас же самосвал получается. Давай. Давай. Аккуратненько, давай. 18-ку заплатили. Вот это кайф. Ребят, ну вот это кайф чистый. Вот это мне понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилась эта серия. Пишите в комментариях, какую тачку следующую взять для работы. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.